Всем привет! Сегодня вам покажу самый крутой чит для Speedrun Simulator. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать УЗИ. Также это совершенно новый чит. И ссылочка на него, как всегда, будет в описании. И ключ к нему тоже. Значит, смотрите. После того, как вы запустили чит, нам нужен ключ. Вставляем его сюда. Нажимаем логин. Все. Мы зашли в чит. Вот как он выглядит. Дизайн довольно неплохой. Также здесь есть скрипт-хаб. Тут довольно пока что мало скриптов, но со временем они будут добавляться. Потом настройки. В принципе, настройки все вы уже знаете, что каждая функция за что отвечает. А потом фаст-команды. Тоже знаете. Единственное, гравити. Это получается... Это прыжок с маленьким падением, с медленным, то есть... То есть, если вы прыгнете, вы очень медленно будете падать. И также быстро лететь. Так, кредиты, в принципе, тоже присутствуют, отлично. Ну, теперь давайте к самому скрипту. Для того, чтобы нам его активировать, нам нужно сначала заинжектиться. Нажимаем на кнопку Inject. Здесь разрешаем. Ждем, пока заинжектимся. И смотрите, если у вас Inject так же, как у меня, не работает... По ссылочке в описании будет вот это приложение, инжектор. Вы его скачиваете. После этого папку с читом переносите на рабочий стол. Потом нажимаете Select DLL. Затем рабочий стол. Заходите вот в эту папку с читом. Выбираете Easy Exploit. Открыть. Потом на Roblox. Inject. Так, все, ждем, пока мы заинжектимся. Так, ну... Как видите, все работает. Также здесь написано онлайн. Значит, все работает. И теперь нам нужен сам скрипт. Скрипт, повторюсь, то, что будет в описании. Так, вставляем его сюда и нажимаем Run. Так, вот он появился. Самый большой плюс этого скрипта, скорее всего, то, что можно одевать бесконечное количество питомцев. Ну, давайте, в принципе, по порядку. Speed Farm. Как видите, он за меня автоматически кликает и прибавляет мне скорость. Orb Farm. Это получается, мы будем собирать вот эти вот орбиты, как видите. То есть они тп-хаются на меня, я их собираю. Тоже все прибавляется, все работает. Также кольца. Как видите, кольца ко мне тп-хаются и мне прибавляется скорость. Также есть автопобеда. Сейчас вам, в принципе, покажу, 10 секунд осталось. Значит, также есть функция автореберст. Она тоже работает, то есть за вас автоматически будет заделать реберст. Но я показывать не буду так, так как не хочу утерять 112 миллионов. Вот, я думаю, их оставить для открытия. Так, ага. Оказывается, он не начался, а наоборот закончился. Окей. Также анти-ап, получаете, если вы включаете эту функцию. А вас не кикнет, получается, за АФК. То есть, если вы не будете двигаться. Потом телепорт, тоже довольно полезная функция. Открываем. Как видите, тут получается все острова. Можно на любой тпхнуться. Как видите, все работает. Я на все острова могу тпхнуться. Так, и самая главная функция Infinity P. Так, смотрите. Значит, сейчас у меня вот все питомцы, которые у меня есть, они одеты. Давайте сейчас пару штучек выбьем. И их оденем. Покажу то, что эта функция полностью работает. Давайте, в принципе, еще два пэта выбьем. И будем уже одевать. Так, все, последний пэт. Так, отлично. И смотрите. Допустим, если я сейчас захочу одеть питомца, у меня это не получится. Допустим, нажимаем EQ, как видите, мне кидает покупку Game Pass. Теперь нажимаем Infinity Pets, как видите, здесь все бесконечно стало. И теперь можно спокойно их надевать. И как видите, я спокойно 3 питомца одел, хотя я их не мог до этого одеть. Вот, такая у меня вот команда питомцев, в принципе, неплохо. Так, сейчас покажу After Racing. Значит, принимаем. Включаем авторейс. Ждем сейчас начала, когда будет у нас.
Вот. И сразу, кстати, хочу сказать, то, что я займу сразу 3 места. То есть, в принципе, если вы начинающий, довольно неплохой заработок. Вот, как видите, я сразу 3 места занял. То есть, первое, второе и третье. Вот. Ну, в принципе, на этом у меня все. Все функции рабочие, можете пользоваться. Скрипт очень крутой, всем советую. Ну, на этом буду заканчивать. А с вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.